Дорогие мои, Леночка, Котенька, Аленка и остальные. 27 апреля исполняется ровно 6 месяцев, как я вам написал последнее письмо. Очень интересует меня, получили вы его или нет. А 6 мая исполнится 8 месяцев, как мы расстались. Да, воображаю, сколько трудностей и нужды вами пережиты за это время. Напишите мне подробно обо всем. Как пережили зиму в крымской летней одежде? Из каких источников живете? Здоровье всех как? Ну и так далее. О себе могу написать, пока жив-здоров. Громим любого врага в тылу. Когда наш город будет занят нашими войсками, тогда буду стараться поехать к вам. Конечно, если останусь жив. А пока обо мне не беспокойтесь. Также, несмотря на все пережитые трудности вами, радуйтесь, что вы находитесь на территории нашей свободной страны. В Феодосии и в других городах Крыма подлецы немцы расстреляли без исключения всех евреев. Семью доктора Гольдмана. Со 2 ноября в городе не был ни разу. Котенька, прошу тебя, обратись в местные организации, думаю, тебе, как семье партизана, окажут материальную помощь. Да, пришлите бумагу, конверты. Больше писать не о чем. Целую крепко-крепко. Да, как учатся Ленька и Оленька? Ваш Борис. Должанский Борис Наумович. Жил в Феодосии. Партизан феодосийского отряда. Погиб в июле 1942 года.